Люди, собравшиеся в этом зале, по сути, те, кто не с помощью издания приказов и предписаний, а лично, непосредственно помогает жителям муниципалитета решать их проблемы. А их всегда хватает. Выступая перед собравшимися, глава округа Дмитрий Оборенов грустно пошутил, что это единственный день в году, когда он будет не ругать подчиненных, а хвалить. Хочу спасибо вам сказать огромное за вашу работу. Только, наверное, мы с вами знаем, насколько это нелегкий труд и насколько тяжело дается и морально, и нервно, насколько дается тяжело этот труд. Каждый год в Ленинском городском округе отмечают День местного самоуправления. Сегодня 18 человек получили награды за долгий добросовестный труд. Но, как признаются многие, главная награда – это благодарность людей. Приходится сидеть допоздна на работе, приходится постоянно в сапогах резиновых и кирзовых лазить по строительным площадкам, но при всем при том, видя итог своей работы, это доставляет максимальное удовольствие и удовлетворение от них. По сути, эти люди каждый день работают над тем, чтобы наводить порядок в родном доме. Об этом в своей речи сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко. По долгу службы своей общаемся с жителями. Мы сами жителями являемся нашей территорией. Соответственно, раз мы здесь живем, значит, надо делать все хорошо. Надо стараться максимально приложить усилия для того, чтобы мы все чувствовали здесь на нашей территории комфорт. Выбор даты праздника приурочен к историческому факту 1785 года. В этот день императрицей Екатериной II была учреждена жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. И только в едином коллективе, вот в рамках нашего Ленинского городского округа, мы сможем осуществить то, что запланировали. А планы действительно очень интересные. И все, конечно, безусловно, направлены на увеличение, на улучшение благосостояния наших с вами граждан. Праздник пройдет, а заботы останутся. Но трудности их не страшат. Ведь известно, что чем больше сможешь сделать для людей, тем большим смыслом наполняется и твоя жизнь. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.